Добрый вечер. В предыдущих видео мы пытались уменьшить скорость опускания крышки с помощью ниток. Но для этой цели лучше подходит вот такая вот силиконовая прокладка, которая вставляется вот сюда. Сейчас я ее вставлю с двух сторон, желательно, если получится, и покажу вам результат. Так вот микролифт устроен изнутри. Намного лучше стало.